вице-президента Российской академии художеств Левитина Анатолия Павловича. Я первый слово. Называется «Сходы». «Сходы», да? Так. Дорогие друзья, я очень поздравляю преподавателя института, Красноярского института художественных, с отвагой, выставившим здесь свои работы. Должен вам сказать, что за эту смелость я их очень приветствую. Почему я это подчеркиваю? Потому что работу преподавателей будут видеть студенты и строго судить. Поэтому надо иметь очень мужество большое, чтобы показать свое творчество студентам. Я считаю, что в целом институт выставился достойно. Здесь живые есть работы, хорошие. Я не буду сейчас анализировать ничего. Мне хочется от всей души поздравить коллектив Красноярского художественного института с этим смелым поступком, с этой интересной в целом выставкой и порадоваться за то, что институт в своем составе имеет педагогов, которым есть что сказать. Спасибо вам большое. Все. Ну, рады, что нас пришли поздравить Министерство культуры, Красноярского края, в лице Ирины Федоровича Дмуна, начальника отдела. Пожалуйста. Спасибо большое. Разрешите, пожалуйста, от имени министра, руководства Министерства культуры поздравить вас с этим замечательным праздником. Ну, на самом деле, оценивать выставку – это, конечно, дело мэтров, которые сегодня здесь представлены, которые будут говорить поздравления. А мне очень хочется сказать, что это на самом деле праздник, потому что вот на таких вернисажах встречаешь знакомые лица, людей, которых встречаешь, и действительно это счастье, есть повод порадоваться, получить заряд хорошего настроения, потому что здесь, вот не все еще успела посмотреть, каждая картина – это своя история, это свое направление, это личность художника, преподавателя. И это здорово, что у нас так много разного и интересного. С праздником вас! Красноярский художественный институт поздравил его с юбилеем, замечательно. И сегодня уже открывается такая выставка в залах Красноярской региональной организации «Союз художников России». Конечно, очень благодарны коллегам за внимание к преподавателям, художникам, потому что мы в свое время на ученом совете решили, что раз в два года институт делает выставку произведений преподавателей. И мы с тобой стремиться, конечно, это выдерживаем. Обязательно. Я думаю, что в этом есть огромный смысл, а потом чуть-чуть остановлюсь. А сейчас мне хотелось снова предоставить председателю отдельного отделения Союза художников России Сергею Евгеньевичу Анухину, действительно члену Российской академии художеств. Я думаю, что Красноярск – это единственный город в огромном регионе, которому трижды повезло. Повезло то, что большой, огромный творческий союз художников, замечательный, полноценный художественный институт, в отличие, может быть, от, не в обиду, скажем, других городов, и отделение Академии художеств. Конечно, институт родной, я его сам закончил в свое время. Институт, который, я думаю, дает не просто путевку в жизнь. Институт, в котором трудится удивительный, замечательный коллектив. В первую очередь творческий и очень работоспособный. Насколько он творческий, я думаю, показывает эта выставка. Действительно, у педагогов нашего института есть чему поучиться, и они отдают свое мастерство, свои знания уже, не знаю, какому огромному количеству выпускников, которые не только в Красноярске себя проявили как творческие личности, и не только вообще в России, но и далеко за ее пределами. Хочется искренне от всей души поздравить всех, кто принял участие в этой выставке. Александр Александрович правильно сказал, что
раз в два года такой смотр, он в первую очередь может быть важен даже больше для себя, но очень важен и полезен для студентов, и не только художественного института. Я думаю, что не без интереса сюда придут и посмотрят эту выставку и ученики, и выпускники художественного училища, художественных школ. Это тот уровень, к которому им надо стремиться. Я еще раз поздравляю всех с замечательной выставкой. Спасибо. Основу мне хотелось предоставить Владимиру Павловичу Теплову. Нам было очень легко делать эту экспозицию, потому что сами художники педагоги отнеслись на наш взгляд очень ответственно, отобрали работы, и нам было не очень сложно ее создать репутацию, которая нам на наш взгляд получилась. Вот. Я не хочу много говорить долго, я хочу подчеркнуть, что многие авторы, сложившиеся на этой выставке, прошедшие, как сказал Сергей Евгеньевич, выставки всех рангов, я хочу поздравить и, как сказать, пожелать успехов нашим молодым преподавателям, которые не так давно закончили институт и достойно здесь их представили работу. Вы можете их увидеть. И они не выпадают из этого ряда, что говорит о том, что мы все-таки не зря находимся в этих стенах института, что мы что-то даем ребятам для развития. И если внимательно посмотреть на экспозицию, здесь есть, в принципе, много разных направлений, в которых можно развиваться и найти какие-то ростки для того, чтобы молодой художник мог развиваться в дальнейшем. Я всех поздравляю с этой выставкой, желаю всем успеха творческого и в путь в дальнейшем. Всех поздравляю с замечательной выставкой. И действительно, заслуга педагогов заканчивается не только в том, что они делают свои произведения и показывают, и что мы иногда и со своими учениками выставляемся. Ну вот в данном случае, может быть, буду не объективно, как искусствовед, это обидно, конечно. Но мне просто нравится эта выставка, потому что я вижу на ней талантливых людей. Вот это самое главное, что эта выставка показывает в институте талантливую педагогию. Очень разнообразно, очень талантливо. Многих я увидела чуть в другом лице, такими, как я еще не видела. И вот это очень интересно. И я думаю, что студентов и сейчас здесь много. И еще придут, Герман Спадинович, не будем на них обижаться, они все равно придут. Посмотреть на своих педагогов. И у них есть... Вернее, им есть у кого учиться. Вот это больше всего мне нравится в этой выставке, что эта выставка показывает то, насколько талантлив наш институт. Очень разнообразен. Посмотрите, во всех видах искусства, во всех видах есть яркие, красивые, интересные работы и молодых художников, и художников уже много работающих. И вот за это большое спасибо всем нашим педагогам, всем художникам. Есть кому передавать знания. Спасибо. Поэтому, Сергей Владимирович, мы рады услышать ваши новые мысли. Добрый день, уважаемые гости. Александр Александрович отпустил краски, потому что мой учебный процесс от меня зависит, а творческий процесс преподавателей от меня легко не зависит. Поэтому я с большим удовольствием хочу всех поздравить, действительно, потому что преподаватели откликнули, что они сами творческие работы находят время при педагогической работе и все-таки поддерживают свой высокий профессиональный уровень. И благодарю эти стены, потому что стены, которые проходят в выставке, они тоже обязаны. Обязаны относиться и к своим работам более требовательно, к своему творчеству. Поэтому я думаю, что если студентов сегодня нет, то я могу сказать точно, что все встречи и с детской художественной школой, и со студентами, и с вузом, все это запланировано, оно будет вести. Я думаю, что выставка это не пройдет бесследно. Вообще я хочу поздравить всех коллег и себя лично с этой выставкой. Действительно, мы постарались сделать, то есть все преподаватели художественного института как бы откликнулись и предоставили свои творческие работы для этой выставки. Всех поздравляю. Не было противоречий и было шанс между академическими специальностями, представителями
живописи, графики, обязательно дословно дать дизайнеру, потому что они в этом раз гораздо успешнее демонстрируют свое профессиональное искусство, проектирование. И мы сейчас попросим Степана Степановича Левака, который совсем недавно был выбран на должность профессора. Это наша, как говорится, основа. Вот, пожалуйста, Степан Степанович, мы вас хотели бы услышать. Приятно. Всегда тепло встречать работы коллег, друзей своих. Всегда приятно приглашать тех, кто не является профессиональным художником, для знакомства с творчеством преподавателей. Значит, как-то дизайн творчества культа предложил, что пора именно выставлять всегда с академическим циклом. Но вот этот формат выставки педагогов и как коллектив, творческий коллектив института, дает возможность сосуществовать в творческих залах одновременно и другой области. Там, где является, скажем, фотография, прикладной дизайн, объектная керамика, декоративная фотография искусства. Ну, мне очень приятно, что наши молодые педагоги, которые только пополнили ряды педагогических кадров нашего института, кафедр, стали участвовать в выставке. Ну, я думаю, что это только такое начало дебюта молодежи нашей. Они у нас талантливы, много сил, много творческих замыслов. И в будущем году, в следующем году, как мы встретимся, я уверен, что встретимся с очень замечательными творчествами. Спасибо. Поздравляю всех. Наполните это пространство яркими нотами музыки, яркими красками, этой красотой, которая сегодня здесь нам столько дарит эмоций. Поэтому, Влада, в день, пожалуйста.
Поздравляю. Спасибо огромное. Это наш.